Скажите, а вот если возвращаться к теме там народной любви и к теме ваших интервью, мы сейчас будем проверять, что там правда, что неправда. Давайте, с удовольствием. Смешной эпизод такой вы рассказывали, если вы рассказывали, потому что это печатное было интервью, что вас попросили автограф в аэропорту, маленькая девочка. Про Ваенгу? Да. Расскажите, пожалуйста, из первых уст хочу услышать. Да, это очень забавно. Просто девочка... Ну, вообще утро в аэропорту – это всегда счастливая Лиза, то есть я... Счастливая, любящая, все, что. Ну, потому что утро. Ну, да. Вот. Но дети – это дети. Дети – это наше все, поэтому, когда подходит ко мне девочка, я... Собираетесь? Да, я правда собираюсь, потому что там я взрослому человеку знаю, что ответить, когда кто-то хочет со мной в 6 утра сфотографироваться. Ну, не потому что я такая вся, о боже, но потому что никакая девочка в 6 утра в аэропорту не хочет фотографироваться, сами согласитесь. То есть, ну, ни одна. Даже никакой мальчик, я думаю, не хочет. Поэтому, ребята, как бы, звездная болезнь, да. Да, вот. Но дети, здравствуйте, можно у вас автограф? Говорю, автограф вообще без проблем, хорошая. Моя, говорит, мама вас так любит. Или бабушка, она сказала, я не помню. Бабушка. Я говорю, без проблем, хороший, только у меня не на чем. Принесешь листочек, ручку? Она говорит, да, конечно. Вот. Она сбегала, принесла целую книгу. И вот на титульной странице, я еще посмеялась, что я вроде и книги не писала, да? Ага. И уже сейчас подпишу кому-то. Она говорит, боже, моя бабушка так вас любит, так вас любит. Я говорю, ну здорово, что пишет бабушка? Она говорит, извините, пожалуйста, а вы елка или Ваенга? Вот. Ну, а я сидела в компании своих ребят-музыкантов, у которых прекрасное черное чувство юмора, которое я обожаю. Вот. Мы, конечно, все очень громко, долго смеялись. Потом я у девочки спросила, кого, собственно, бабушка больше любит, потому что мне несложно. За Ваенгу расписаться, Мне несложно, я думаю, что никто не расстроится. Вот. Ну, мне кажется, что это очень забавно. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.